Гендиректор агропромышленной компании «Мавры» Абаканского мясокомбината Павла Ромашова признали виновным в сокрытии налогов в особо крупном размере. Ущерб государству оценивается почти в 28 миллионов рублей. Абаканский городской суд назначил наказание 3 года условно с испытательным сроком. Вместе с тем установлены ограничения не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, а также необходимо ежемесячно являться для регистрации. Кроме того, прокуратура заявила требование о взыскании ущерба, причиненного бюджетной системе страны. В пользу федерального бюджета более 27 миллионов рублей, в пользу республиканского 400 тысяч, абаканского почти 132 тысячи. Ромашов вину признал и не стал обжаловать приговор. Решение суда вступило в законную силу.